25 мая текущего года в 3:20 по местному времени в городе Челябинске напротив дома 79 по улице Бардакамская было совершено дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, мужчина 1995 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на бригаду дорожных рабочих, которые осуществляли ремонт дорожного полотна. В результате данного дорожно-транспортного происшествия на месте ДТП погиб пассажир автомобиля Volkswagen Passat, мужчина 1995 года рождения, а также дорожный рабочий, мужчина 1963 года рождения. Также были доставлены бригадами скорой помощи в больницы города Челябинска. Водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen Passat в очень тяжелом состоянии. В настоящий момент дорожно-транспортное происшествие оформлено сотрудниками госавтоинспекции города Челябинска. Устанавливаются причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия. Материалы направлены в следственный отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного управления МВД России по Челябинской области. Трубицын Станислав Витальевич. Расскажите, что произошло. Вы являетесь водителем какого-то автомобиля, проводили работу? Да, я являюсь автомобилем грузового автомобиля. Автомобиля КамАЗ дорожной службы. Ну, ночью, да, то есть проводили дорожные работы? Да, проводились дорожные работы примерно в 3:30. Утра. То есть темно еще было, да? Да, еще сумерки, да, можно так сказать. Уже как собирались, уже все, заканчивали работы дорожные. И буквально, вот, я не знаю, доли секунды уже собирались уезжать с рабочего места. Я залез в кабину грузового автомобиля. Уже собирались ехать, рабочие уже должны. Вот-вот. Еще вот. Задние части КамАЗа собирали дорожный инструмент. Я залез в кабину, еще раз повторяюсь, просто в зеркало увидел заднего вида, несется автомобиль. Но я не знаю, с какой скоростью он несся, я даже не успел из кабины вылезти. Там доли секунды, и произошел удар задней части автомобиля. Погибший так. Есть? Да, погибший у нас один рабочий, дорожный рабочий. В автомобиле сколько было, вот, в легковом сколько было людей? Что-то я даже честно не скажу, вроде как четверо было.
производили дорожные работы на улице Радонежской. Ну и с напарником уже собирались, уже, ну, заканчивали работы. Услышал, ну, вот, занос машины, повернулся, она метров 20-15 от нас. Я ему крикнул, машина, и я успел отскочить, напарник не успел. Ну, они слышали, тормозила она, не тормозила, считайте, из-за там чего произошло? Там секундное время было там. То есть вы не видели, как она ехала даже? Двигатель гудит на технике, и не слыхать было. Так вот, секундное время, чик, все уже, я успел отпрыгнуть. Знаки были у вас выставлены? Конечно, все было.